Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112», в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем последствия тарана микролитражки грузовиком. Голову ударила, голова полиции. Пострадала женщина и ее двухлетний ребенок. Расскажем о спецоперации силовиков по пресечению работы интим-салонов. Здесь чем занимались, как оказались? Чем занималась? Зачем не надо снимать? Задержания организаторов проходили в 10 городах страны. И опасная конфета. В чем должно быть? В обертке. В обертке из-под конфет? Да. 31-летнего казанца задержали за попытку сбыта крупной партии синтетических наркотиков. Это и не только прямо сейчас. 34-летняя автоледи и 2-летний ребенок пострадали в результате столкновения грузовика Isuzu и Deo Matiz. В микролитражке находились трое малолетних детей. Лишь чудом они не получили серьезных травм, отделались ушибами. Авария произошла на пересечении улиц Боевая и Набережная. По предварительной версии, грузовик, выезжая с второстепенной дороги, не уступил легковушке. Однако мнения водителей о том, кто же на самом деле виноват, разделились. Версии участников ДТП в материале Альбины Минибаевой. Ирина, водитель автомобиля Deo Matiz, рассказала, что во время столкновения сильно ударилась головой. Говорит, направлялись по улице Боевая в сторону дома. Правил отмечать не нарушала, и перекресток должна была проехать прямо. Но в какой-то момент почувствовала сильный удар справа. Их протаранил большой груз. Считает, что в ДТП она не виновата, поскольку двигалась по главной дороге. Водитель грузовика же с этим полностью не согласен. Ну, девушка поторопилась, выскочила на дорогу. Не уступили дорогу, она выскочила. Иван рассказал, что едущий впереди автоледи автомобиль пропустил его, а вот девушка не стала этого делать. Наоборот, решила обогнать притормозившую впереди машину. Обгон, говорит, на этой дороге запрещен. В аварии пострадала 34-летний водитель микролитражки. Прибывшие на место медики диагностировали у нее ушиб мягких тканей. От госпитализации она отказалась. Считает, что трое несовершеннолетних детей, находящихся в легковушке, только чудом серьезно не пострадали. 2-летний ребенок получил ушибы мягких тканей левой височной области, от боли тяжелой. Тяжелых трав их уберегли детские удерживающие кресла. Благодаря тому, что в автомобиле Matiz дети находили специальных удерживающих устройств, они не получили значительных повреждений. Уважаемые участники дорожного движения, с 14 мая по 4 июня идет специальная операция «Внимание, дети». Сотрудники госавтоинспекции обращают внимание на перевозку детей в транспортных средствах. Сотрудники автоинспекции на месте происшествия в аварии усмотрели вину водителя грузовика. Именно он должен был выполнить требование знака «Уступи дорогу», но этого не сделал. Но окончательно степень вины каждого из участников столкновения будут устанавливать на разборе в ГИБДД. Если и там решат, что не прав он, то мужчина собирается обращаться в суд. Вины своей в этом происшествии он не видит. Альбина Минибаева, Нафиса Минязова, Адель Мулахметов. Вызов 112. 30-летнего жителя Нижнекамска задержали по подозрению в растлении собственного 5-летнего сына. Заявление в полицию написала жена мужчины, ставшая, как сообщается, свидетелем преступления. По некоторым данным, супруги вернулись домой из гостей. Мужчина лег спать с ребенком, женщина уснула в другой комнате. Проснулась от шума и, войдя в комнату, мать мальчика ужаснулась от увиденного. Сам мужчина утверждает, что ничего не помнит, так как был в тот вечер сильно пьян. В Казани нашли живым без вести пропавшего 27 мая Николаева Юрия Михайловича. Напомним, о его исчезновении мы сообщали накануне. Мужчину обнаружили рядом с одним из военных полигонов. Он упал и пролежал на земле около 4 дней. Сейчас мужчина госпитализирован с пневмонией. Родственники выражают благодарность всем неравнодушным людям, оказавшим помощь в его поиске. В Казани полицейские провели операцию по задержанию подозреваемых в организации интим-салонов и вовлечении женщин в занятия проституцией. Операция проходила одновременно в 10 городах России. Помимо Казани, ряды жриц платы любви предели в Москве, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Самаре и ряде других городов. О результатах Айгуль Батрудинова. Кем являетесь? Администратор. А ну, я ее сменяю сегодня с утра. Удивление от визита без предварительной записи сотрудников правоохранительных органов было как работниц интим-салонов, так и у клиентов. Услуги салонов пользовались спросом в любое время. Операция по задержанию организаторов и вовлечение женщин в занятия проституцией проходила одновременно в 10 городах России. В том, чем и как там круглосуточно трудятся девушки, сомнений ни у кого не было. Представьтесь, пожалуйста. Нет, не снимать. Здесь чем занимались, как оказались? Чем занималась? Зачем не надо снимать?
Кроме Казани, массажные салоны с расширенным списком услуг проверяли еще в Москве, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Пензе, Уфе, Тольятти, Оренбурге, Самаре и Перми. Полиция пресекла противоправную деятельность более 60 человек, среди которых организаторы, администраторы, охранники и работницы массажных салонов, в которых оказывались услуги интимного характера за денежное вознаграждение. Денежное вознаграждение за услуги принимали как наличными, так и банковскими картами. Все для удобства клиентов. Всех задержанных проверили, в помещениях провели обыски. Все подозрительное и незаконное изъяли. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 240 и частью 1 статьи 241 Уголовного кодекса Российской Федерации. Полицейскими проведены обыски во всех заведениях, изъяты денежные средства, которые были добыты преступным путем. В отношении 6 подозреваемых судом избрано меры пресечения в виде ареста. Еще один находится под подпиской о невыезде. К слову, статьи предусматривают от штрафа и принудительных работ за регулярное представление помещения для занятий проституцией и ее организацию до лишения свободы на срок до 8 лет за вовлечение в занятия проституцией. Айгуль Бадрутдинова, вызов 112. Раскаялся во всем. Сегодня Вахитовский районный суд Казани рассмотрел дело в отношении Рафиса Камалиева. Бывшего капитана полицейского катера обвиняли по статьям превышения должностных полномочий и получения взятки. Следствие считает, что он умалчивал о краже топлива и сообщал предполагаемым злоумышленникам о предстоящих рейдах. Сам обвиняемый полностью признал вину и попросил суд рассмотреть дело в особом порядке. Какое наказание вынес судья, знает Айрат Назипов. Еще до первого судебного заседания задержанного Рафиса Камалиева освободили из-под стражи. На время следствия обвиняемый оставался под домашним арестом. По материалам уголовного дела, бывший полицейский с мая по июль 2017 года получил от своего знакомого взятку в размере 15 тысяч рублей. Камалиев, руководствуясь корыстными интересами, неоднократно совершал действия, явно выходящие за пределы его полномочий. А именно сокрыл факты противоправной деятельности Хайруллина и иных лиц, действующих совместно с Хайруллиным, а также по своему сотовому телефону неоднократно передавал информацию о проводимых сотрудниками полиции рейдовых мероприятиях на реке Волга. После задержания обвиняемый полностью признал свою вину и спустя время понял ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. В отношении экс-полицейского возбудили уголовное дело по двум статьям – получение взятки и превышение должностных полномочий. Впоследствии прокурор снял обвинение по последней статье и попросил суд заключить подозреваемого под стражу сроком на 3 года. У второй стороны было свое видение на этот счет. В своем последнем слове обвиняемый Рафис Камалиев просил суд не заключать его под стражу. Объяснял тем, что на иждивении у него 2 малолетних ребенка, а также непогашенная ипотека. Принимая во внимание все обстоятельства, суд приговорил бывшего капитана полицейского судна к 3 годам лишения свободы условно. Также его лишили звания капитана полиции. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. 31-летнего мужчину задержали полицейские после того, как в одном из дворов на улице Чистопольская в Казани около бордюра он в землю закопал конфету. Оперативники к тому времени уже подозревали молодого человека в сбыте наркотиков бесконтактным способом и догадывались, что под оберткой там далеко не сладости. Салават Мухаммадуллин продолжит тему. Где сегодня сделал закладку? Покажи пальцем. В этом углу. Вот в этом углу? Да. Под листвой, вот здесь вот? Да. В чем должно быть? В обертке. В обертке из-под конфет? Да. В том, что 31-летний мужчина может быть причастен к сбыту синтетических наркотиков, оперативники знали. Информацию об этом получили еще в середине мая. Задержали подозреваемого во дворе одного из домов на улице Чистопольская в Казани. Сразу же после того, как он сделал закладку. Что-либо утаивать у задержанного теперь уже не было смысла. Здесь что делал? Собирался сделать вклады. Вклады. С чем? СК. С СК. Успел сделать? Одну. А где именно? На против 4-го подъезда. Где именно? На углу бордюра. На углу бордюра. Все понятно. При вас имеется что-то запрещенное? При себе у мужчины зелья больше не было. Было в машине, о чем он и рассказал полицейским. А где есть? В машине. Что там именно? СК. СК. А сколько свертков? 38. 38 свертков. Затем был досмотр машины и обыск дома. Там еще обнаружили 10 свертков, приготовленных для закладок. Экспертиза установила, что в свертках, в том числе и замаскированных под конфетки, находились синтетические наркотики PVP общей массой 26 граммов. В настоящее время по данному факту в отношении казанца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Дожидаться суда он будет под арестом. Сейчас полицейские проверяют его возможную причастность и к другим преступлениям. Салават Мухаммадуллин, вызов 112.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.